Всем привет, ребята! Последние часы, которые я нахожусь здесь, у дочери. Я не говорю в Америке, я говорю у дочери. Потому что одно дело путешествовать, отдыхать, а другое дело приехать к дочери, что-то помочь, повидаться. Конечно, немножко грустно расставаться. Вот, тут Лариса хлопочет. Скажи привет всем. Привет. Я только что из душа. Сейчас за нами должен заехать наш сват. И мы поедем в город Миннеаполис. До Миннеаполиса примерно, точно не знаю, часов, наверное, 5 езды, может меньше. Ну, больше 300 километров. Вот. Ну, вообще, тут ездят быстро, 130 километров в час. Поэтому, может быть, даже быстрее доедем. Так, вот то, что я вчера последний мой аккорд, вот это делал, сегодня немножко еще на улице подзаливал герметиком. А, вот это вот мне Лариса показывает, не забил я. Халтурщик, что скажешь? Разобрал американские, как это, квалифицированных работников, которые не могли запенить. Все запенил, переделал и вот забыл забить. А тут, видите, не подошло маленько. Ну ничего, в следующий раз приеду, переделаю. Хорошо, потому что оставалось 2 дня, я бегом. Везде, ну, то швы надо залить, да. Когда не находи ты себе работу. Да, короче говоря, буду ехать показывать все. Куда тогда его? Прощаюсь со своим внучиком. Да. Пока, Алекс, пока. Скажи деду, пока-пока. Пока-пока. Я буду тебя ждать, скажи. Улыбнись. Скажи, я буду перед дорогой. Приехал сват, карту раскрыл. Это, будем громкими. Будем громкими, он сказал? Ага. Сказал, давай помолчим минутку. Не может молчать человек. Да, мы сидим молчим, он карту теребит. Ну ничего, ладно. Ну взять-то наш уже соблюдает эту традицию достаточно. Да. Nice. Так что погнали, ребята, все. Идет последнее приготовление перед отправкой. Доча общается со своим тестем. Меня вносит его телефон. Телефонный номер. Он раскрыл карту. Сфотографировал, для чего, не знаю. Дочь ему говорит, у вас же айфон есть. Он говорит, нет, а вдруг что-нибудь случится. Я балдею, говорю, может, дорога не туда повернет. Ну, все нормально. Мой. Все, садимся в машину. И отправляемся. Бай-бай! Всем пока! Вон дочь в окошко снимает нас. Уезжаем мы. Уезжаем в родные края. Дембеля, дембеля, дембеля. Слушайте, я камеру что ли забыла? Как и 2 недели назад, когда мы с Дэном ездили по штату Южная Дакота, 800 километров. Сейчас мы вместе с ним едем в город Миннеаполис. Ну, до Миннеаполиса где-то 300 с чем-то километров, точно не знаю. На карте посмотрю, скажу. Вот. Только с нами еще Лариса. Вон там сзади. Да. Вот Дэн. Так, что там написано? Про Миннеаполис пока ничего не пишут. Наверное, слишком далеко. Вот, мы сейчас немного проедем по Южной Дакоте, а потом заедем в Миннесоту, штат Миннесота. Пейзаж за окном, конечно, изменился. Даже 2 недели назад все было зелено. А сейчас, смотрите, листья поопадали. Все стало такое
осеннее унывшее, унылое, или как? Ну, все равно красиво, желто-серые тона. Кукурузу до сих пор еще не убирали полностью. Вот смотрите, поворачиваем мы на дорогу. Называется экзит почему-то, наверное, выход на трассу Миннеаполис. Вон канистры валяются, примерно похоже на наше безобразие тоже, только здесь убираются. А вот немножко проехали, там, видимо, новый ветряк строят, лежит этот пропеллер рядом. Вот новые столбы стоят, все время что-то делают. Сейчас вот ближе к Миннесоте этих ветряков стало больше намного. Видите, ветра сегодня нету, поэтому эти все ветряки стоят колом, штиль на улице. Видите? А вот я вам говорил, ребята, вот эти вот столбы, по этим столбам идет электричество вот от этих ветряных генераторов. Буду правильно называть. Ну вот, ребята, мы заезжаем в штат Миннесота. Это граница между штатом Южная Дакота и Миннесота. И Миннесота. Все, Миннесота? Yes. Заехали. Спросил у Дэна. Он говорит, да. Маршал. Указатель. Все, мы переехали в другой штат. Едем по небольшому городку Айвенго. Это бассейн, наверное, да? Был уже осушенный, приготовленный к зиме. Тихий городок. Да, тихий сельскохозяйственный городок. И две церкви обязательно. Там вот одна была, сейчас вот еще. Как... Это только ты на одной дороге встретишь. Да, только на одной дороге. То есть, если добротное, хорошее здание, то обязательно церковь какая-нибудь. Ну и ветряки. Дэн сказал, что они... Вот эта земля под ветряками, она фермерская. И фермеры получают за это оплату. За то, что ветряк государство ставит. Или кто-то здесь, электрокомпания или ставит, не знаю точно. Получает деньги за это. Ну, неплохо. Подработочка для фермеров. Ну, я так прикинул, вот эта одна лопасть, наверное, ну, минимум 10 метров. Минимум. Вот круг диаметром 20 метров, представляете? Как бы еще и не больше, чем 10. Лесенка вверх, входишь туда внутрь. Ну да, там внутри, наверное, еще и лифт есть. Че бы он пешком лазил? Фермерское хозяйство. Ну и вот такая примерно, такой пейзаж. Немножко потом, я думаю, в Миннесоте побольше деревьев добавится. Ну, то есть вот здесь, в этом штате. Сейчас заехали на пригорок. И хочу показать вам, вот смотрите, с правой стороны кукурузу убрали. Ну, обыкновенный сельскохозяйственный штат Миннесота. Так же, как и Южная Дакота. Кормилица, житница, как у нас Кубань, здесь Дакота и Миннесота. Кубань, Алтай, Ставрополь. Я помню, в детстве диктор объявлял, в Ставропольском крае закончили жатву хлеба. Я все время думал, зачем нам про это говорят? А вот сейчас, когда еду, смотрю на все это, думаю, а вот лучше бы говорили. Мы, может быть, жили бы и лучше. Это фермерские какие-то хозяйства или распродажа. Скорее всего, распродажа техники. Видите, кукуруза. Им еще убирать и убирать. С левой стороны то же самое примерно. Ребята, вон там, с левой стороны, за леском, я увидел дымящуюся трубу. Ну, наверное, газом топит или еще что-то. И поймал себя на том, что я, вот сколько мы проехали, я ни разу не видел заводских дымящихся труб. Ну, может быть, что сельскохозяйственный штат, не знаю. Но вот не видел пока. Может быть, в самом городе
в Миннеаполисе увижу, обязательно включу, покажу. Заехали в небольшой городок, Маршалл называется. Вот, тут сейчас встретили ученика, вон они, ученики, смотрите. Видите? Вон они на великах едут со школы. Там вон школьный автобус едет вдалеке. Такие уже три проехали. Ну, школьные автобусы, они по городу не развозят без денег. Это без денег развозят близлежащие селения. Вот Лариса подсказывает, школьные автобусы без денег возят в близлежащие селения. А по городу надо все-таки добираться или за деньги, или самостоятельно. Вон там еще детишки идут. Закончилась, наверное, первая смена. Может, у них нет тут смен, не знаю. Нет, конечно. Нету, все, да? Идут, все с утра идут в школу, да. Вот видите, еще один школьный автобус. Наверное, по деревням развозят все-таки людей. Ну, в деревне. Детей, да. В деревне, у них город 202 человека с половиной, это город. Да, вот Лариса говорит, город 202 с половиной человека, называется уже город. Перекрестки. Чем-то вот отличаются эти города от дакотовских, не знаю чем. Может быть, деревьев больше, может быть, как-то строений побольше. Ну, мне кажется, как-то там более компактные, может быть, они. Не могу сказать. Вот мы ездили в прошлое путешествие, как-то немножко по-другому все было. Смотри, какой сквер. Да, вот он, сквер. Там солдат какой-то. Флаг, да, все ветеранам. Мемориал. Это мемориальная. Свою память. Да, так же, как и раньше в Советском Союзе. Сейчас тоже, конечно, пытаются чтить, но не так. Банки. Все как положено, видите? Все атрибуты города большого. Только маленькие. Много очень. Я смотрю, японских автомобилей. Тойоты, Хонда, Форды. Вот сейчас проехало 4 американских и 1 японская. Вот у нас в Барнауле наоборот. 4 японских и 1 русская. По городу скорость 25 миль. Это по-нашему около 40 км в час. Вот здесь 30 миль уже можно повышать скорость. Does anybody need to stop for bathroom? Bathroom? Bathroom. Ты хочешь туалет? Toilet? Yes. Давай, yes. Да? Yes? Yes. А почему он restroom не говорит, а bathroom? Bathroom это по-домашнему, а restroom это... We'll catch the next one. Вау, велосипедист, смотрите какой. По-моему, мы здесь заезжали, да, с Джаредом? Когда сюда ехали. Остановились мы тут в туалет. Нас Дэн предложил зайти в туалет на заправке. Ребята, не перестаю удивляться американским туалетом. Это туалет в глубинке. Вот мыло, вода горячая, холодная. Кнопку. Смотрите. Раз. Сам вылазит. Ну так. Ну что сделаешь? Такие вот они, американцы. Вот смотрите, выехал фермерский трактор с полей и по дороге едет. Так же, как у нас примерно. Когда же они закончат жатву? А что, если тут снега ложатся в конце ноября? Почему бы не дать им выстояться, высохнуть? Она же потом легче становится, кукуруза сухая. Я так понимаю. Чего воду возить туда-сюда? И она хранится лучше, правильно же? Ты говоришь, что воду возить? Ну, им-то дороже, наверное, сдать. Потяжелее. Ничего подобного. Я думаю, там тоже не дураки, и они определенную влажность заставляют их сдавать. Которые принимают. Вот они будут воду принимать. Тут все уже налажено. И знают, какой влажности должно быть все. Если бы было им выгоднее, они бы уже все скосили, правильно?
поля посмотри, огромные поля нескошенные. Да, огромные нескошенные поля кукурузы, представляете? А уже через 5 дней ноябрь месяц. Деревья, вон там косит. Смотри, какие стали цветные. Да, комбайны. Ехали в городок. Как? Оливия? 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 Город Оливия. Одновременно женское имя такое же есть. У нашего свата есть внучка, ее зовут Оливия. У Дэна есть внучка, ее зовут Оливия. А как внучка будет? Гранд-дата? Сельскохозяйственный городок. Как и, впрочем, все другие. Да. Близлежащие городки. Да. Ну и тем не менее, чистота, порядок. Все норм. Взял карту с собой, он запасся, а смотрит все равно по телефону все. Куда поворачивать? Ну, наверное, в Миннеаполисе будет. Ну, там вообще-то карта этого штата, не города. Courthouse. Courthouse. Это типа Капитолия? Типа? No. County courthouse. Usually in the county seat. Pay taxes there. Go to court for police. The police. You know, ну, то есть административное здание. Judge. Суд, да? Judge. Ага, понятно. Buy license plates for cars. Pay your property taxes. Понятно. Короче говоря, административное здание. County business. Where county business is done. Понятно. Вот грузовики. Везут. Работают. До Миннеаполиса осталось примерно, не примерно, 98 миль. Это где-то 130 километров. Да, больше, чем 130. 160. Посмотрите, ребята, уперлись в Форда впереди идущего, и дорога два направления только. Одно направление в одну сторону, одно в другую. Ну, то есть разделяет только вот пунктирная линия. И уже едем мы намного тише, чем вот в прошлом путешествии, когда две полосы в одну сторону, и потом там разделительная кювет и в другую сторону. Мы все время шли 130, а сейчас едем 65 миль, ну 70. Максимум. Ну, то есть тяжело двигаться, автомобильное движение больше намного, а полоса уже. Ой, не полоса, а дорога. Так вот едем намного медленнее. Вот смотрите, ребята, вот эти знаменитые перекрестки. Вот дорога туда пошла и туда. Только они асфальтированы теперь уже. Не как в ранних фильмах. Подъезжают, никого нет. Поехали дальше. И вот смотрите, уже проехали почти 150 миль. Не меняющийся пейзаж. Кукуруза, поля, фермы. Иногда вот такие озерца попадаются.
Это вот такой звук сейчас слышали, это на разделительную полосу заехали. Тут они специально сделаны гармошкой, чтобы человек слышал, что едет не туда. И неприятно ему даже это было делать. Так, вот до Миннеаполиса осталось 50 километров. Дорога разделилась, то есть приближается крупный город. Дорога разделилась. Теперь две полосы в одну сторону, две в другую. И между ними разделительный кювет разделителей. Вот с такими разворотами. Так что теперь, наверное, поедем быстрее, я так понял. Лариса, тут понравилось какие-то печенье. Ой, смотри, какая прелесть. Совершила покупку, Лариса. Не говори. Сейчас испробуем, что за это. Thank you. Про донатсы. Снимаешь? Короче, купили коробку донатсов. Ребята, вообще, я хотела политые, но думаю, в машине неудобно, еще уроним. Такие с шоколадом, глазурью всякой, знаете, красивые. Думаю, возьму попроще. Я знаю, что они очень вкусные, даже простые. Вот, заточили коробочку, знаете, как вкусненько. Да. Тебе понравились? Да, сахара много. А так отлично, такие мягонькие. Можно было без сахара вообще взять. Я просто по минимуму взяла вот этот щугар. Ну, понятно. Ну, вот так вот едем по дороге. Заехали в туалет. Ну, и Лариса купила. Вообще-то уже мы... Сколько без еды? Часов 5, да? Ну, в 11 мы кушали. Да, даже больше, 6 уже. Поэтому захотелось перекусить. Угостили Дэна тоже. Вкусно. Не мог не заснять вот такой поворот. И все летят. Скорость сейчас у нас где-то 112. Ну, 70 миль это сколько? 6,7, 42. Ну да, где-то 112-115 км в час. На повороте особенно чувствуется скорость. Да, ребята, приближение большого города чувствуется. Смотрите по мосту, сколько автомобилей, все друг за другом. Здесь вот развязки, все это входит в кучу. Снуют туда-сюда машины. Еще одна развязка. Видите? А до города примерно 30 миль, это 50 километров. 60 даже почти. Посмотрите, ребята, едем, и вот с правой стороны, с левой стороны дороги вот такие ограждения. Эти ограждения, точно загораживают людские поселения от шума дороги, потому что машин, смотрите, сколько много. И вот эти ограждения, стойки эти металлические, а сами ограждения деревянные, наверное, чтобы... И они достаточно, я смотрю, вот такие широкие, может быть, даже двойные. Потому что, вот смотрите, стена. Ну, чтобы защитить от шума, от газов людей. Приближаемся к Миннеаполису. Вот еще хочу показать такие вот эти заборы, ограждения. А вот и четырехполосные дороги пошли. Даже пяти. 1, 2, 3, 4, 5. 5 полос. С одной стороны разделенный бетонным забором, отбойником. И с другой стороны. Чувствуется большой город. Миннеаполис. Шикарная. А вот смотрите, развязка.
бетонная развязка, тут уже без нее не обойтись. Виноград, что ли, растет? Думаешь, дикий? Они бы его сорвали уже? Дикий, в смысле, называется, как? Да. А. Вот еще одна развязка. Большой город, по размерам примерно как Барнаул. Ну, что-то мне кажется, он побольше. Как они считают, не знаю. Судя по аэропорту... Судя по аэропорту, гораздо больше. Нет. Вот смотрите, виноград рос на бетонных стенах. Его сорвали. Про что я сейчас и говорил. Вот они. И пробочки пошли больших городов. То ли там едешь, никого нет. Да. Сейчас еще будем по городу, наверное, час кружиться. Тут Дэн объясняет, почему такая пробка образовалась. Сегодня футбол в Миннеаполисе. И поэтому очень много автомобилей. И вот он едет, нервничает. Ну, конечно, тут занервничаешь. Вон там, смотрите, наверху. Да, плохо будет видно. Наверное, там, а еще вон сбоку. Трамплин. С правой стороны, да. Сейчас заградила машину. Наверное, горнолыжный все-таки трамплин это. Или что это такое? Ну, скорее всего. Здесь едем по дороге. Хоть вроде бы и пробок нету. Но автомобилисты не пропускают друг друга, то есть не раскланиваются. Кто вперед, как в большом городе. Вот уже и дома 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 этажей. А вот этот, не знаю даже сколько, 20. Это бизнес-центры какие-то. Ну, какая разница, но это же дом. Бегает мужчина. Да, я не знаю, что это за река. River. What? Lake. No? Lake. А, это озеро. Lake. Вот здесь он начал дергаться, заметила? Ну, незнакомые места. Стоим, ждем. Чё? Не туда ведет. Машина стала слегка поддергиваться, потому что человек не знает, куда ехать, старается успеть. Ну тут смотри, машин-то совсем нету. Вроде бы езжали, народу много было. Я ему сейчас перекрою взгляд. Украина Миннеаполиса, наверное. Она, наверное, его навигатор ведет, где поменьше народу. Сейчас мы гоняем туда-сюда. Камеры стоят на перекрестках, прям как у нас. Это вот, наверное, гаражи, да, парковки, смотри, многоэтажные. Может быть, да. Нет. Что, привела тебя куда попало, да? Назад едем, я так понял. $8500 сверху на доме написано, смотри. 8400. А, вон там 8500. Это, наверное, эти адреса их, чтобы люди не плутали. Что-то, по-моему, Дэн запутался. Или он в эту гостиницу уедет? Упс. $8400. Разворот, наверное, будем производить.
Заплутали, короче, ребята. Упс, называется. Ну, надо остановиться, да. Спросить, куда ехать. Ну, язык до Киева доведет. Может быть, где-то здесь его и водит этот навигатор. Даже отсюда язык доведет до Киева. Представляете, ребята? Вот они, парковки. Ну, это из отеля. Я понял. Это столько народу здесь в отеле. А вот 8300. Ну, это типа номера, наверное. 8300, 8400, 8500. 8200. 8000 он ровно. 500 feet, hang a right. Уже здесь проезжали. Вот Ренессанс вот этот проезжали. Here, 2, 150, Hamilton, and there it is. Check-in. Ну, надо зачекаться, наверное. Check-in. Check-in? Как? Now we go find the TGIF. Understand. Huh? Don't understand? Вроде приехали. Короче, мы друг друга поняли. Он сказал, надо зачекаться, я сказал, надо в ресепшн. Смотрите, стоянка, асфальт весь чистейший. Кажется, что его вчера положили. Забирай. Ну, идем в гостиницу. Чека-чека, длинная рука, не зря. Чука-чука, да. Зачекаемся. Я в такой еще не ночевала. Постоянно в разных. Че? Да, я возьму этот. Ну, зачем ты меня заставила взять, а? Объясни. Ну и бросить здесь, чтобы... Ну че, с собой Еще. Ну, сколько ты хочешь. Смотрите, зал ожидания. Это там ресепшн стоит. Я бы не сказал, что тут супер все шикарно. Нормально. Кресло. Нормально. Короче, выдали нам вот такой номерок. 415 номер у нас будет. Момент! Что нужно делать? Two in there. Надо вставить сюда. Что никак? Очки один. Все? Все. Touch. Touch. Заходи. Welcome. О, прикинь, номерочек. Два места. Вау. Так. Ой!
Very nice. Хорошо. А где свет-то? Электрик. Yeah. А что, наверху нету света, да? Нет, у них нету. А, ребята, смотрите, наверху света нет, только по бокам. Чтобы не мешал. Ну да. Это что, мне тебе по кровати, что ли? Или мы? Hey, Siri, call Natalie Mobile. Ну, спроси, у него другая комната. Calling Natalie Mobile. Да у него другой этот, бумажка. Ребята, покажу вид из окна. Вот он, вид. Нормальный отель. На четвертом этаже мы. Короче, ребята, это моя кровать, а это Ларисина. Я занял. Я занял, да. Вот сегодня мы разгуляемся здесь. Прикиньте, я буду спать поперек. А вот туалет. Всем привет. Смотрите, белье. Ванна. Вау, нормально. Я не был в шикарных отелях, но, по-моему, неплохо. Колхозники, короче, приехали. Как там нас сейчас будут обзывать? Да. Ну, нормально. Вот я закрылся. Все. И могу заниматься. Сейчас, я быстро. Оставили свет включенным. Лариса говорит, это свет не выключили. Говорю, что, платить будешь, что ли? Ну и пошли. Лариса, а ты взяла эту кнопочку? О, все, пошли. Пошли теперь к Дэну в номер. В гости пошли. О, 407 номер. У нас 415. Ну, то же самое. Ну, здесь одинаково. Не, ну, может, я думал, одно это, одноместный. Как красиво всегда заправлены кровати. Very nice. Very nice. Вау, хорошо, как мягкий. Пол, кстати, мягкий. Ковролин, а здесь плитка. То же самое, душ, все. Ребята, надо учить английский. Без него никуда. Да. Очень тяжело. Ну, поехали вниз. I go back out here to this. Not for the traffic lights. Go after the parking lot. So like exit to the right of the parking lot, and then you'll curve around a little bit till you hit the traffic lights. And once you hit the traffic lights, make a right. Папкинс. Тыквочка сделана из ленточек. Громче говорю, сейчас забанят. Тыква из ленточек. Да, ребята. Жить хорошо. А хорошо жить еще лучше. Остап Бендер не зря так говорил. Нам все заплатили, дочка заплатила. Да. За гостиницу купила. Подарочный сертификат в этот ресторанчик. Ну. Это, наверное, гостиничные комплексы здесь, да, вот эти ну, всякие? Ну, тут 3-4 мили до да. аэропорта. Ну, понятно. Раз, два, три, четыре, пять. Пять этажей. Я не знаю. Время 6:30 вечера. Я бы не сказал, что прям тут потоки машин едут. Город-то не маленький. Не знаю, но когда мы приезжали обычно ночью, ну, когда припарковывались, были стоянки около гостиниц заполнены. Наверное, другая гостиница какая-то. Ну, мы так останавливались. Что-то Шеритон, там еще какие-то такие. Prius. Toyota Prius.
стоим на перекрестке. Темно, правда, но все равно кое-что видно. Повторяю, мы на окраине Брукингса, Миннеаполиса. Давно, долго уже стоим. Видимо, у нас не главная дорога. Сейчас должен загореться зелененький. Вот он, погнали. Так по городу. Смотрите, вот это салон Toyota. Здесь недалеко. Вот они, машины стоят. Я не знаю, новые это или бэушные. Okay. Пока стоим. Hey Siri, where is, я вам покажу. Наверное, все-таки новые машины. Hey Siri, where is the nearest DoubleTree hotel? Вот смотрите, ребята, вот такая карман для... Не для парковки, а для того, чтобы остановиться и, как говорится, перевести дух. То есть подумать, куда ехать. Это на въезде в город. Ну все, ребята, после 40 минут плутаний при помощи навигатора и русского, да, языка, такого жесткого русского языка, на Х и на П. Я шучу, конечно. Хайпы не пришлось применять. Поняли меня и так. Сейчас пойдем мы поужинаем. Это. Не знаю. По клумбам, да? Клумб нету, тут камни. Камни. А что такое? Окей. Нормально все? Вот, наверное, семейка идет тоже покушать. Веселая семейка. Да, папа-то горячий, в одной маечке. Да и сынок тоже, смотри. На улице морозяка, капец. Да? Thank you. Зрители нас приветливо, даже дверь подержали. Restroom. Пусть идет. Вот тут обедают пожилые парочки, парочки с детьми. Ну и мы тоже втроем. Веселый парень подбежал, мы тут заказывали. Блин, зря не заснял, ну ладно. Сейчас Лариса придет, в туалет побежала. Такое вот менюшка тут. Не знаю, что за менюшка. Я тебе зеленый чай заказал, правильно? Зачем он мне нужен? Мне не нужен никакой чай. А что? Я не хочу чай. No чай. No tea. Иди, no скажи. No tea. Мне вообще надо воды, все. Wow, water, water. We told him to check, so he'll come back. Pasta, steaks, I think. Заказывай, что попроще и дешево. Ну, а что, я кофе без сахара. Тебе чай зеленый. А что, не дешево зеленый чай? Не дешево. Короче, смотрите, приперли мне кофе и два вот таких вот сливок. Лариса заказывает по телефону. Наташ, я вот это выбрала. Нормально это? Короче, переговоры по телефону с нашей дочерью продолжаются. Да, заказываем мы через телефон. Знаете, как можно заказать еду? Через телефон. Why don't you give me the filet mignon? Filet mignon? Yep, medium. Gotcha. Would you like it topped with Parmesan butter, whiskey glaze, or just leave it plain?
Just leave a plain. I'm gonna say Parmesan butter is more of like a kind of savory, and I can always put them on the side. Put them on the side, please. Gotcha. Put them on the side. Yeah. Can I have hash browns instead of mashed potatoes? Gonna have hash browns. What kind of just mashed potatoes and French fries is it? Yeah. Two choices. Yeah. So we do have a list. Короче говоря, заказ у нас взял. Официант улыбчивый и рванул дальше. Пойду, ребята, схожу в туалет. Пришел в туалет, здесь реклама. Вон там телевизор с этим, с хоккеем показывают. Yeah, thank you. Minnesota what? It's Minnesota Wild. Wild, okay. А где ложки, вилки? Я не знаю. Now? Silverware? Yeah, we'll get silverware. Trust please. Брат, забыл. Any mustard or mayo? Ketchup? Mustard? Got it here. Ketchup? Ah, ketchup. No. Забыл ложки, вилки, при другого стола забрал, нам отдал. А может, туда принес, да, сначала? Чтобы не мешало нам. Может быть. Ну, так. Ребята, надо сказать, неплохой бургер. Я думал, будет мало, смотрите. Тут вот, смотри, я думаю, будет много. Смотрите. Тогда мне укусить. Укусить невозможно. Все, ребята, мы покушали. Теперь выдвигаемся в гостиницу. Вот это, ребята, место для ожидания. Вот. То есть, например, ждешь очереди или, например, ждешь Ларису. Что-то мы даже не сфоткались. Да, нет. Не хочешь, хоть посмотри. Короче говоря, поедем мы сейчас до какого-то там... American Mall какой-то. American Mall, да? American Mall? Магазинах. Говорю, пошли пешком. Нет, поедем на машине. Приехали мы. Mall of America. Не знаю, что это такое. Мы один раз были, знаете, как это называется у нас? Comedy Club? Ага. Типа на такой, я тоже была. Они все смеются, а я что? Сижу, лупаю. Мне дочь сказала, мама, ты пойдешь. Ну, я пошла. Вон самолеты взлетают, видите? Мы тут рядом с аэропортом. Или с аэропортом, не знаю, как правильно. Что это такое? Ну, бас. Полянка, бас. Оп, автобус. А, камон, камон. Charles and bus. А, oh, understand. Шаттл. Ну, тогда шаттл. Вау. Шаттл подбежал. Ну, купил его на руку. Камера. Давай, снимай. Ну и снимаю. Он снимает. А, сфотографировать. Пикчер? Пикчер. Пикчер, он хочет нас сфотографировать.
Ну, купила Nike, переоделась, девчонка. Давай. Заходим в это интересное здание. Thank you. Я снимаю, лишь бы хватило заряда. Может, на мою камеру? Заряда мало. Давай на мою. Ну, пойдем. Вот смотрите, такое здание огромное. Раз, два, три, четыре, по-моему, яруса. Я тогда кидала сюда копейку. Вот в этот фонтан кидают денежку, чтобы вернуть. Давай я тоже кину. Чтобы вернуть. Смотрите, сколько денег. Монетку надо найти. Давай, найди. Сейчас. Ну все, ребята, кидаю монетку, чтобы тоже вернуться. Хоп. Хоп. О, моя блестящая. Вот здесь прямо внутри здания колесо чертовое. И там этот карусели. Прямо внутри. Вон, видите? Вот там есть американские горки или это русские горки? Как правильно? Американские горки. Ага. А там бы прокатился, но это, еда вылетит наружу. Смотрите, полы все вот как будто лакированные. Ну, может, и лакированные, не знаю. Но поскользнуться практически невозможно, как резиновые. Куда тут Лариса делась? Вот посмотрите, я только в фильмах видел такие красивых лошадок. Посмотрите, лошадок. Вроде ничего такого. Празднично, весело. Там ребята занимают места. Сейчас поедут. Вот видите, чертово колесо. Вон ребята готовятся трюк принять. Ага. Видите, уселись. Их пристегивает девушка. Сейчас полетят вверх. А он там наверху летает. Вау! Прикольно. И сколько такой аттракцион стоит, а? Дэн, мани-мани. Аттракцион. Not much. You can buy a wristband. You go right on. Where's the treasure? Я снимаю. Такой парк развлечений под крышей прям. Зима, осень, летом, без разницы. Думаете, хотела показать. Я такой сниму. Вот смотрите, вот такой браслет покупаешь, ездишь. И сколько он стоит? Money, money. How much were they, you know? How much were their scans? I don't know.
That yellow building right there is what sells them. Yeah, he just wanted to know what the cost was. I don't remember what they were. Then you can ride it. You can ride on everything, right? Yeah, all day. All day, all day. Ride on it, just. So we did what? Whoa. One day. Yeah. Thank you very much. Thank you. Thank you. Так сколько стоит, я от него и не добился. Ну, откуда он знает? Надо купить это. Короче, если купишь вот такой браслет, можно кататься весь день. На вот этих аттракционах. Ага. Качели. О, смотрите, бегемоты. Смотрите, цветочков сколько. Обалдеть. Вот такие вот кусочки Лего. Детальки покупаешь всякие разные. Можешь стоять и лепить. Вот эти все животные вылеплены из Лего. Представляете? Вот, например. Hey, how are you doing? Let me introduce myself. I am Lego City Policeman. Ну, он цельный, он не из Лего. Он цельный. Ты чё, Юрик? Он собранный, он склеен. Вот, Лего. Правда, из кусочков Лего? Вертолет там какой. Это все-все из кусочков. Прикольно. Мотоцикл, видите, из Лего сделан. Прямо из кусочков этого Лего. Смотрите, как сделали. Вау, круто. Вон, даже гудит, подходишь. No, good, very nice. Вот из таких кусочков. Такие байки из Лего. Обалдеть, да? Харли. Вот этот трансформер тоже из кусочков прям. Я вот чувствую, прощупываю. Все из кусочков этого Лего. Представляете? О, все залеплено. Надо же. Умельцы какие. Смотри, какая девушка из Лего. Вот кусочки. Вот здесь вот разложены кусочки на любой вкус. И можно все это дело лепить. Представляете? Ну, найс. Надо оторвать обалденные куклы. Мы снимали когда-то видео. Пойдемте сюда, сходим. Вот тоже из Лего все вылеплено. Посмотрите. Звездные войны. Надо же, а? Это их корабль, да, вот это? Да. Надо же, все повылепили. Зашли в магазин Microsoft. Тут всякие разные компьютеры, игровые приставки. Пойдем посмотрим. Эту? No. No. Surface Microsoft. Good. Yourself. Questions right off the bat? No, we're just looking at the store. Okay. In a case, something like that, so it's portable.
And it'll turn. Supposed to be ergonomically no wheel. Nope, you just use it kind of like you'd scroll on a trackpad. Just use like, the two fingers and you can scroll up and down. Yeah, my fellow. Well, okay, there he is. No, it's not working. You can do it on that demo screen. Okay. But I understand. Oh, there you go. Ah. Смотрите, ребята, мышка, которую можно выгнуть, оп, и она будет плоская. Потом оп, и она будет не плоская. Это мышка такая, беспроводная. Ну так, круто. А, полностью компьютер с мышкой 2100. Дофига. The best. They're up, depending on what you want. Лариса зашла в магазин Calvin Klein. Hi. Ну что, милая? Ребята, народу много, хоть и вечер. Ну, гуляет много народу, иностранцев много видно. Лариса зашла в отдел Колумбия. А вот отдел Apple. Зайдем? Смотрите, сколько народу в Apple. iPhone? One? Или этот? Eleven? iPhone 11? Да? 24. 20, 24. 25. Today in of your... Вот 11 iPhone, пожалуйста. Вот это будет интересно, конечно, посмотреть. Музыка, правда, прёт, зараза. Вот такой он iPhone. Видите, три камеры. Three камер? Это что, 11? Да, 11. Смотри, а какой маленький. Такой махонький. Ну, у меня. Сейчас я его положу к себе в этот... Как его? И потом больше никогда не заедешь. Шучу. Не, я со своим можно сравню? На, подержи. Ну я тебе дам, не надо, не доставай, на. Да я вперед достал. По высоте. Дай. Вот у меня 7-й iPhone, а это 11-й. Один в один. И шириной видно, такой. Сейчас меньше стали. Да, один, как 7-й? 7? 7? Yes. 7-й, 11-й одинаковые абсолютно. Это iPhone... 11 Pro, а это, наверное, просто iPhone 11, ну. Это, наверное, знаешь, что? Это опрыскивает растения. А, может быть. Короче, аттракционы. Я бы не сказал, что много народу. Ну, сегодня, правда, будничный день и праздник. Но когда день... Тут полно народа, это уже ночь. А, уже ночь считается. Вау! Вау, вон они летают. Ребята, вот эти вот цветы, им тут все время обрызгивают специальные аппараты. Вот такие вот. Вау! Напугал меня аппарат. Видите? Ты что, к нему подошел? Ну. Это типа как... Настоящее растение. Видели, да, как брызнуло? И у них как типа субтропики, ну, нормально растут. А помните, в детстве, я еще пацаном был, у нас в городе сделали, в Семипалатинске я жил. Вот эти вот машинки гоняли, вау, как интересно было. Смотрите, никого, никому не интересно на автомобилях ездить. Но аттракцион существует.
вот здесь вот девчоночка пляшет, смотрите. Брейк танцует или что? И опять смотрите, ребята, какой туалет. Вон там зеркало. Здесь зеркало. Вот эти вот краны. Вот отсюда идет мыло. Отсюда вода. Руку подносишь. Вот смотрите. Оп, побежала. Сушиться. Народу, кстати, никого. Хоть вроде центр большой. А это для детей. Сушка рук. И здесь зеркало на выходе. Вышли на улицу, Лариса просит сфотографироваться. Холодина на улице. Давай. А вон там, посмотрите, автобусная остановка. Вечер уже на улице. Я сейчас схожу до автобусной остановки, приду. Вы здесь? Посмотрите. Сейчас я вам покажу. Тут же такси останавливаются. Видите, по кругу, по очереди. Там автобусы, как Сват говорит, челленджеры. Вот, посмотрите, как освещается. Здесь вот такси разворачивается. Ну, вот примерно так организовывают остановку в крупном городе. Все, едем в мотель, ночуем, и завтра утром рано я улетаю. Сниму дорогу по пути в отель. А если потом камеру не зарядишь? Да какая, там уже мало. Почему не заряжу? Вот уже. О, какой лев прям сидит. Ночной Миннеаполис. Чё за... О, 12-я авеню. Да это окраина. Subway, Walmart, все одно и то же. Короче, глобальные сети захватили все. Ну да, там вон эти садовские на улице приспособлены. Он пьяный, бухой.
Они уже знали, что родных никогда не увидят. Ну и сам склад тут есть. Да все тут есть. Даже больше. Салон Kia уже закрыт, поздно. А нет, ходят еще люди. Все время детское, 9 часов. Красный лобстер. Что это такое? Какой? Ресторанчик. Ты там была? Днем, наверное, тут поинтереснее, да? Ну все, представь, крутится, вертится, живое. Представь, такой город огромный. Вот, ребята. Не знаю. Ну, наверное, на завтра, на утро, чтобы не заправляться. Вот такая вот заправка. Это у них бензин 91-87-89. Да. А у нас 96-95. Вот, смотрите, бензин. 90. А, ну да. 87-89, 91-92. Угу. Все, приехали мы в мотель. Уже стоянка полная. Это, наверное, после футбола пришли. Ну, паркинг. Парк down and end. Одни инвалиды. Все. Thank you. Yeah. Идем, видите, ночевать. Осталось нам 5 часов здесь быть. Прибыли в отель, в свою комнату. Покушали, все сделали. Вот, смотрите, еще раз. Улицу. Вот так вот на улице. Стенка пополнила, конечно.